Мы приехали на трассу 66 6 числа 13:00. И то, что мы здесь узнали и увидели, я вообще такого не предполагал. Нет. Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришник. Со мной Вильям Бруно и Сафи. И мы прямо сейчас уже находимся на том самом месте, где появляется постоянно страшный автобус. И прямо сейчас мы находимся на 66-м шоссе. Сейчас 6 число и сейчас 13:00. И именно в это время, в эту дату, на этом шоссе должен появиться этот страшный автобус-клоун. Я надеюсь, что вот этот вот ученый или псих, он не... Ну, он просто псих, мне кажется. Давай. Вряд ли этот автобус вообще существует. Этот человек, он немножко странный, но он знает много информации про этот автобус. Поэтому отнеситесь к нему по-серьезному. Смотрите, даже номер квартиры 666. Мне кажется, это не к добру. Нормально вообще с ним? Можно разговаривать? Да, я думаю, вполне. Здравствуйте. Мы переписывались с вами по интернету. Мы по поводу автобуса. Они за вами следили? Нет. Кто? Может, зайдем? Проходите. Мы сейчас закрепим на вас микрофон, чтобы вас слышно было хорошо. Вы все сделали, как я просил? Да, конечно. Мы, не волнуйтесь, мы голос изменим, лицо замажем, вот. Пройдемте. Туда, туда. Куда? Туда. Ребята, я даже подумать не мог, что этот автобус реально существует. Если вы не знаете, то есть американская версия этого автобуса желтого со страшными клоунами. Вы только видели, ребята, какая здесь карта? Это же маршрут этого автобуса примерно, я так понимаю, область, где он бывает. Это прикол, случайность или... Вы знаете этого клоуна? 2 года назад я возвращался по 66-му шоссе 6 числа в 13 часов. По обочине дороги стояли клоуны. Автобус подбирал их. Прошел месяц, я снова поехал по этому шоссе. В это же время я опять их увидел и подумал, что это совпадение. Но через месяц в этом же месте опять то же самое. Я понял, что это не случайно. Давай вот поедем и посмотрим. Но, ребят, я сразу скажу, из машины выходим только в самом крайнем случае. Запомните, несмотря на то, что сейчас день, это очень странная дорога и может произойти все, что угодно. Зачем вообще из машины выходить? Но вдруг мы все-таки заметим и увидим что-то странное. Я тебе говорю, этого автобуса просто не существует. Этот мужик просто придумал какую-то сказку. Ну, по сути, да. Что-то я не вижу на этом шоссе еще никого. Ребят, я убежден, что этот страшный автобус, если вы его увидите, то ни в коем случае не выходите из машины и не встречайте его. Да нет никакого автобуса. Мы просто тратим время. Мы могли бы сейчас прятки какие-нибудь записать. Стой! Брун, там клоун! Брун, ну стой, подними! Он... Что? Тихо. Да может просто на работу... Бруно! Бруно, подними. Офигеть! Ребят? Кажись, этот псих не врал! Ребят, их там много, посмотрите! Там вся дорога в этих клоунах! Пацаны, это просто клоуны, тут автобуса вообще... И далеко не видно. Подожди, у нас же дрон на автоматическом управлении. Пусть подлетит, посмотрит. Да это капец какой-то, я не знаю, но... Я не понимаю, зачем они здесь стоят. Здесь не остановки, здесь ничего. Здесь просто какие-то трубы. Лес заваленный. Я не знаю, может, просто домой поедем? Клоуны, конечно, интересные, но... Знаете, я в детстве особо цирк не любил, если чё. Да? Бруно, ты же не верил в этих клоунов и говорил, что этого шоссе не существует. Так а почему вы боитесь этого автобуса? Что там было? Что происходило-то? Я решил последить, куда он едет. И через месяц стал его преследовать. За что и поплатился. Слушай, мне кажется, это он сумасшедший. За клоунами катается, преследует их.
Что эти клоуны сделали? Мне стало плохо. Я не понимаю, что со мной происходит. Помогите разобраться. Помогите разобраться с этим. Кто они? Чем они занимаются? Подождите, автобус ездит примерно вот в этой местности, правильно? Он едет примерно по этому маршруту. А... Цифры, что значат эти цифры? 66-й номер шоссе. 6-го числа каждый месяц они проезжают по этому шоссе. 13:00 это днем. Днем я их там увидел. Смотри. Да я вижу. Может, объедем? Привет. Я надеюсь, это видно на камере. Лучше... Давай, поехали. Нафиг. Ребят, я вообще не понимаю... Кто эти клоуны? Давай развернемся, проедем еще раз и вообще посмотрим, как они на нас отреагируют. Бруно, можешь даже окошко, наверное, приоткрыть, только будь всегда наготове дать тапку в пол. Фулл Сафик у нас на дроне, потому что автоматическое управление очень часто сбивается не по понятным нам причинам. Дрон очень плохо тебя ведет, потому что, мне кажется, это непростая, далеко не простая дорога. Это 66-е шоссе, и мы здесь находимся 6-го числа, а вместе все это 666. Вот этот первый клоун. Подождите, он что-то держит в руках. Что написано? Так а что не делать-то? Он идет за нами. За нами идет? Да. Давай, ну-ка, газ. Он идет к нам, Бруно! Ё-моё! Уходим! Слушайте, вроде отстали от этого клоуна. Почему у него на табличке было написано «Не делай этого»? Думаешь, это к нам вообще обращение было? Я не знаю, но зачем он ее держит перед нами? Смотрите, еще один стоит. Так, во-во-во, подсними, там еще один клоун. Так. Перестань это делать. Слушайте, я закрою окно на всякий случай. Перестань это делать. Подожди, Бруно, он нас обходит, он... Так, что делать-то? Что он хочет, а? Давайте назад. Бруно, ты только не врежься в столб там сзади. Чем мы его просто объедем? Да ладно, все. Это вы фотографировали? Это не фотографии из интернета? Это именно... Нет, я снимал, за что и поплатился. Что произошло-то? Чем вы поплатились? Мое сознание помутилось. Я не понимаю, что со мной происходит. Может, мы просто поедем? Слушай, Артем, ну это звучит страшно, но это какой-то бред. Вы чего, ребята? Да мы никогда ничего не боялись. Cartoon Cat, Sonic XZ, Сиреноголовый. Да и с клоунами этими разберемся. Ученый, который видит... Видели Cartoon Cat и Sonic XZ? С ними все нормально. А с этим мужиком явно что-то не так. Здесь вся дорога в клоунах. Похоже, этот автобус реально существует. И, возможно, этот мужик не сумасшедший. Просто он очень много знает. А знания, как вы знаете... Последний раз... Вредят. Упреждаю. Он показывает что-то. Уезжайте. Ребят, вы тоже это видите? Давайте, пока он запрыгнул к нам в тачку, просто едем. Они хотят нам что-то сказать. Это обращение явно к нам. Я хочу сказать, что это очень странное место. И я не понимаю, почему вы в него не верили. Он прям дорогу переграждает. Смотри. Еще один. Ты сделал свой выбор. Только лучше уехать отсюда. Кто из нас сделал выбор? Я выбор не делал никакой. Давай просто проверим. Это же действительно странно, что один и тот же автобус с одними и теми же клоунами появляется в 13:00 каждого 6-го числа каждого месяца. Как вас зовут? Меня зовут Сергей Сергеевич. Помогите. Слушайте, вы не переживайте. Мы обязательно вам поможем. Вот мы найдем этот автобус. Я сейчас перед всеми своими зрителями клянусь. Разыщем и выясним, что с вами произошло. Мне помогут! Ребят, я не знаю, помочь ли ему или нет, но это капец. Ну. Ладно, мы обязательно найдем этот автобус. Сергей, с вами все хорошо? Все хорошо! Ладно, мы пойдем, нас провожать не надо. До свидания. Отпустите руку, пожалуйста. Не отпускает. Давай, Бруно, уходи. Все хорошо. Ребят, давайте нафиг отсюда сваливать. Ты зачем это с собой взял? Слушай, тут его наработки. Возможно, это нам поможет. Тут хотя бы есть эти юго-координаты. Все, давай, заскакивай быстро. Давай, на первый. Давай, держи. Все, нажимай, ну. Поможем, конечно, поможем. До свидания, Сергей. Да ну его нафиг, Бруно. Давай. Все, валим.
Ребята, мы пока что с нашей командой остановились здесь, потому что нам нужно было поменять батарейки на дроне. Здесь еще какой-то завод. И растут цветы, я не понимаю. Здесь завод прям под колючей проволокой. И абсолютно пустая парковка машин. Здесь ни одной души нету. Мы приехали на трассу 66 6 числа в 13:00. И то, что мы здесь узнали и увидели, я вообще такого не предполагал. Да нет, сейчас не существует автобуса, потому что уже, посмотри на часы, уже 13 часов, а никакого автобуса нет. Да как клоуны-то откуда взялись? Я не знаю, но я боюсь у них подходить, спрашивать. Но подойди, если ты не веришь в эту историю. Мне кажется, тут просто у кого-то день рождения, вот и не знаю. Стой! Он едет, он реально белый автобус, блин! Тот, который рисовал этот... Это он! Это реально тот автобус, блин! Так, надо срочно сажать дрон! Может, это просто автобус? Да ты издеваешься, что ли? Это тот самый, который этот псих, блин, рисовал у себя картинки эти! Ребята, дорога 66, 6 число, 13:00! Этот автобус существует! Давайте срочно в машину, ребята! Прыгай в тачку! Тихо, Бруно, ты резко не едь. Держи дистанцию все-таки. Хорошо. Ребят, что там в автобусе? Ребята, он едет к клоуну. Ребята, там кто-то там как будто кто-то повесился. Там предметы, там я вижу пилу. Офигеть, что? Его реально подбирают. Что происходит? Что происходит? Клоун заходит в автобус. Это реально тот самый автобус, о котором говорил этот мужик. Ребят, я не знаю, насколько камера передает то, что я вижу прямо сейчас своими глазами, со своими друзьями. Но это просто капец, как жутко. Тихо, Бруно, аккуратно, не пались, у тебя машина громкая, блин, они же... Сейчас, я прикрылся. Вы еще заметили, что на этой дороге... Коробка! Коробка? Там коробка какая? Они выбросили какую-то коробку. Может, не будем выбираться из машины? Сафик, нам нужно посмотреть, что в этой коробке. Зачем туда смотреть? Почему? Что, с ума? Да не будь ты такой пучкой. Да выходите. Да не трогай ее. Не трогай, стой. Это там скелет, блин. А что такой маленький? А почему коробка черная? Смотрите. Это маленький скелет человека. Выкинь его нафиг. Нафиг нам нужна эта коробка. Может, они ее потеряли, они... Они нам за это, знаете, что сделают, блин? Они явно не потеряли. Я прям видел, как один из клоунов выкидывает эту коробку на улицу. Возможно, они заметили, что мы за ними следим и решили таким способом нас напугать. Сейчас автобус, да, блин, ладно, уедет. Слушай, автобус сейчас уедет, давай клади его в коробку. Надеюсь, тебе удобно там. Давай. Вы с ума сошли? Давайте быстрее, пока нас не за... Да куда вы кустам-то? Давай в тачку. Прыгай, Сафик. Двери только не забудь заблокировать, пожалуйста. Так, все, они заблокированы. Сейчас окошко еще закрою. В этом ролике мы максимально постараемся выяснить, что это за автобус и что там внутри. Еще один клоун. Но если вы хотите еще, чтобы мы выследили этот автобус, то обязательно под этим роликом соберите 100 000 лайков. Смотри, они что-то в стекло показывают. Ребят, они нас заметили или что? Ребят, я не знаю. Не подъезжай. Они явно нам что-то хотят показать. Это капец. Там еще один клоун. Это целый клоунский автобус. Давайте поближе попробуем подъехать, посмотреть. Не близко, пожалуйста, умоляю тебя. Это ж капец, это ж просто нежно. Это нужно зафиксировать. Они сейчас с этим автобусом просто перегородят все шоссе. Вот смотрите, там в центре самый злой клоун. Ребят, я понимаю, что на камере очень плохо видно, но это в жизни это капец. Ты подъезжаешь все ближе и ближе, нельзя так близко держаться, они, блин... Да я хочу подснять, вот, чтобы на видео зафиксировать, что этот автобус реально существует. Да я понимаю, что тут подписчики важны, но, блин, у нас же жизнь важнее. Один из них как будто машет нам. Что вот это вот значит? Он что-то нам показывает. Я на всякий случай взял костюм клоуна. Он в багажнике лежит, в Камаро. Давайте я попробую переодеться и проследить за этими клоунами. Ты хочешь попасть в этот автобус? Слушай, какой, я бы... Какой у нас еще выбор? Серьезно, я буду в костюме, одену маску, никто меня не узнает. Ну, серьезно, их там куча. Ну, я не знаю, но если ты, Артем, готов... Там целый цирк. Давай, обгоняй их, переоденусь и попробую к ним залезть. Пока они всех клоунов не подобрали, нужно обогнать этот автобус. Так, вот этот костюм. Так. Ребята, автобус. Он уже подъезжает.
автобус совсем рядом. Садитесь в машину, старайтесь держаться чуть-чуть подальше, серьезно, потому что... Ты уверен, что ты готов на это пойти? Ребят, я постараюсь с собой взять еще камеру и, пожалуйста, запомните. Пиши все разговоры. Я похож вот на этого? Все, Артем, молодец, хорошо. Все, надо ехать, надо ехать. Ребята, запомните меня в образе клоуна, чтобы не потерять их среди всех, пожалуйста. Давайте, парни, стартуйте, стартуйте. Это, ребята, это жесть какая-то. Ради вас на такое идет Артем Арешнев. Я не уверен, что он живым останется. Хоть бы прокатило, хоть бы прокатило, хоть бы прокатило, хоть бы прокатило, хоть бы прокатило. Ты кто еще такой, а? Я клоун новый, меня Тристи зовут. Его зовут Тристи, а? Поприветствуем новенького! Ребята, что-то мне, если честно сказать, очень страшно. Да, классно тут у вас, ну я присяду. Ну-ка расскажи нам, откуда ты? Какие игры любишь? Ну, во всякие играю, на телефоне часто, приставку там. В А4 пол это лава постоянно гамаю. Он играет А4! Это нам подойдет! Тихо все! Что это такое? Про что конкретно вы спрашиваете? Я спрашиваю про вот это! Зачем тебе камера? Я просто блог свой на Ютубе веду. Вообще все снимаю. Блог? Вы не знаете про Ютуб? Это же место такое. Короче, там все легко. Там основная суть в том, чтобы люди, которые смотрят прямо сейчас это видео, нажимали на красную кнопку и становились подписчиками канала. Я могу их, например, попросить собрать 30 тысяч комментариев под этим роликом, и они соберут. Могут написать, какие вы классные клоуны, смешные. Это точно? Классные. Вы можете их попросить написать, что вы классные, прикольные клоуны. Я придумал. Это идея. А ты можешь их попросить? Могу, да. Попроси. Проси их, чтоб к нам присоединились как можно больше, и чтоб клоунов было повсюду много. Ребят, можете, пожалуйста, под этим роликом собрать 30 тысяч комментариев. Напишите что-то хорошее про клоунов, пожалуйста, а то я боюсь, что они меня это того. Слушайте, а чем вы тут вообще занимаетесь? Я вижу, вас тут много, у вас тут это, оружие всякое раскинуто. Это не оружие, это наши игрушки. Мы тут играем в игры, в разные игры, и в славе очень весело, правда, ребята? Вы можете нормально объяснить, ну зачем, ну я когда устраивался, мне просто смутно объяснили, а зачем вы собираетесь здесь? А почему это у тебя такой обычный голос, а? Почему? Да в смысле, да у меня очень необычный голос. Я, если что, такой же, как и вы, ребят. Надо его проверить. Лада, лада, лада. Говоришь, хочешь быть... Как мы, клоунами? Да, конечно, было бы неплохо. Просто, блин, в мире столько игр мало стало, которые дают веселье. Да, очень мало, очень мало. Что ты предлагаешь? Люди постоянно грустят. Людям не весело. Нет, не весело. И игр новых мало, правильно? Правильно, правильно. Зато я знаю одну новую игру. Какую игру? Есть одна штука. Просто взрыв. Мне ее когда делают, это такая крутая, веселая штука. Когда зритель подписывается на канал. Интересная идея. Когда просишь зрителя подписаться на канал, а он подписывается... Отвал башки, я говорю. Это мне нравится. Когда отвал башки, это супер здорово. Да, это очень здорово. Отвал башки.
спасти! Вот, например, кнопка подписаться! Нажми, нажми, тыкни вот сюда вот. Оп! И серой стало! Сейчас я туда покладу. Когда он сделал из красной кнопки серую, появилось настроение, когда на все готов ради подписчиков. Да! Я уже чувствую, как... О, правильно! Уже новые подписчики подписываются! Ребята, у нас снова будет скоро пополнение! Ты заметил вот эту машину, а? Вот это вот? Артем, показывай на нас пальцем, блин! Артем, если что, говори, что ты нас не знаешь, что ты просто клоун. Да! Именно эту машину! Да просто туристы, наверное, какие-то. Сейчас я им постараюсь там помахать, чтобы отвязались от нашего клоунского сообщества, да, ребят? Да! Эй! Проваливайте отсюда! Проваливайте! Он что-то показывает нам. Он с ума сошел, блин. Или он очень хорошо влился в эту тусовочку, что его даже мы не можем отличить от настоящего клоуна. Пожалуйста, я надеюсь, что он нормальный. Давайте-ка напугаем их, ребята, давайте. Проваливайте отсюда. Отсюда. Просто всем сесть на свои места. Ха! Ну что, Твисти? Волнуешься? Ну, на самом деле есть немного. А куда мы вообще едем? Не волнуйся! Тебя будет ждать сюрприз, ребята! А сюрприз будет такой. Тебе нужно будет пройти обряд посвящения. Что это еще за такой обряд? Не бойся, все у тебя получится. Все клоуны должны пройти этот обряд, но ты уже наполовину клоун, так что ты не волнуйся и обязательно пройдешь наш обряд посвящения. Пойдем, обряд посвящения. Ты готов к посвящению, а? Да, конечно, готов. Пойду там спереди. Нет, оставайся тут. Нужно тебе завязать глаза. А, да, зачем? Зачем? Надо, значит, надо. В смысле надо, значит, надо. Может, не надо глаза-то? Куда мы едем-то? Не волнуйся. Сядь, успокойся. А где другие клоуны? Сейчас все будут на месте. А почему так темно стало? Можно я уйду? Нет, останься. Можно я... Нет, не надо тебе прыгать. Ты что, нам не доверяешь? Ты был должен нам доверять. Да я ничего не вижу! Успокойся! Да в смысле не доверяю? Я просто не думал, что так сразу все будет. Вот, может быть, перенесем там обрядик это? Нет, обряд никак не перенеси! Обряд должен состояться 6 числа! А вот мы и приехали! Выходим, ребята, выводите его! Успокойся, держите его! В смысле? Твисти, успокойся! Ты готов? Да снимите ее уже! Снимаем пески! Отпустите моих друзей! А что вы делаете-то? Если хотите продолжение увидеть этой истории, когда наберем 150 тысяч лайков, тогда вы все увидите! Ха!
А пока что, ребята, тыкайте вот на эту пулю. Посмотрите этот ролик, серьезно, он очень доповый.